Он делается из цельной березы. Береза получается вот такого размера, кругляк. Одна из самых сложных работ мастерицы Марии Захаровой – якутский уджахамыях. На создание большого ковша для разливания кумыса ушло 3 месяца. После придания формы и украшения узорами сырую заготовку помещают в сухую стружку, чтобы та вытягивала влагу. Полностью закрываю, и в процессе высыхания стружка вытаскивается. Сейчас осталось на китах сырое место – это у нас дно. Якутские чороны, кытыя, ковши и чаши. Каждый предмет мастерица вырезала по всем канонам. Например, чорон – сосуд для кумысопития, изготавливают преимущественно из березы и украшают геометрической резьбой. Узоры наносят в виде ярусов. Чем больше рядов, тем почетнее кубок. Краску для посуды Мария Захарова готовит старинным методом. Чтобы получить красно-коричневый цвет, варит кору лиственницы. Резьбой по дереву Мария Захарова занялась 5 лет назад. Уже тогда возникла идея организовать персональную выставку. И вот задумка стала реальностью. Посетителям картинной галереи «Алмазной столицы» представили якутскую утварь, панно на восточную тему и по мотивам Олонхо, сувениры, картины и даже женские сумочки со вставками из дерева. Мария Захарова – победительница республиканских конкурсов по традиционным видам декоративно-прикладного искусства, обладатель гран-при всероссийского конкурса и нескольких международных. Сегодня она с удовольствием делится своим опытом с мирницами. Благодаря районному и городскому грантам проводит кружок в субботний вечер. Ученики – люди разных возрастов и профессий – педагоги, лаборанты, строители, администраторы. Начинается с геометрической резьбы и доходит до панно. Поэтому те люди, которые пропустили какую-то работу, у них непонимание идет. Даже у нас есть мастер-класс отдельно по покраске, заточке инструментов. Андрей Гуков – дежурный штурман мирнинского авиапредприятия. Мужчину всегда интересовало, как из куска дерева создают красоту. Недолго думая, пришел в кружок, говорит, занятие резьбой по дереву успокаивает, развивает моторику и внимательность. Пока что для души, а там как дело пойдет. Если будет хорошо получаться, то, может быть, тоже когда-нибудь организую свою выставку. Почему нет? Сегодня Мария Захарова готовится к республиканскому фестивалю «Якутия мастеровая». Победа в престижном конкурсе приблизит к заветной мечте – получению звания мастера народно-художественных промыслов. Резьбой по дереву может заниматься каждый, имея желание. Можете попробовать ходить на мастер-классы. Если вам понравится, вы можете дальше продолжать и добиться успехов. Ивана Филиппова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край».